Гандболистки «Динамо» последние два года никому не отдают титул сильнейших в России. На равных бьются с лучшими европейскими клубами. Теперь могу говорить, я тренируюсь там, где тренируется великая чемпионка Сибая. Николай Александрович не упустил возможности побывать и на награждении своих подопечных. Две волгоградские команды девушек-гандболисток стали на верхней ступеньке пьедестала почета первенства России среди команд высшей лиги. Через успехи этих юных спортсменок волгоградские динамовцы уверенно держат курс.